Представьте себе, что в той же самой деревне было не два дома, как здесь нарисовано, а три дома, расположенные на одной прямой. Итак, дом А, дом Б и дом С. Мы хотим вырыть колодец, чтобы была самой маленькой сумма расстояний от домов до этого колодца. Вопрос, где рыть колодец? Это первый пункт задачи, с которой мы начнем в следующий раз. А второй пункт, то же самое, только домов уже не три, а сколько? Четыре, конечно. А, Б, С, Д. То же самое, где-то копаем колодец, нужно, чтобы была наименьшей сумма длин АК, БК, СК и ДК. Вопрос, где мы можем в этом случае выкопать, чтобы была наименьшая сумма, и где мы можем выкопать.